Здравствуйте, друзья. Я этот сюжетик записываю маленький для тех, кто следит за нашей стройкой. У нас как-то все было, что вот каждый день новый репортаж. Сейчас некоторый такой процесс, как сказать, скрытый от глаза. Значит, что происходит? Во-первых, у нас приходила девушка, ландшафтный дизайнер, Наташа зовут, значит, и сделала нам такой эскиз того, что потом там должно быть. Это заняло несколько часов, они со Светой, значит, вместе там мароковали и пришли к некоторому такому решению, которое, в общем-то, нас устроило. Там будет несколько террасок таких с землей, там будет подниматься. Вы увидите, когда до дела дойдет, обязательно все это увидите. Но нужно было решить вопрос, что делать там с землей. Дальше возникает вопрос с соседом, у которого кипарисы и общий с нами забор. И проблема с соседом какая? Мы ему говорим, давай забор поменяем. Он же еле-еле там держится на соплях, он старый, и там тем более выбито несколько досок. И обычно в такой ситуации соседи пополам, значит, берут на себя расход. В данном случае с нас, может быть, немножко больше, потому что там уровень земли приподнимется, надо там подпорки делать и так далее. То есть, ну, хотели с ним договориться. На что он говорит, что заборчик еще хоть куда, и я вот сейчас, если вы не возражаете, зайду с вашей стороны, прибью молоточком те пару досок, которые там отвалились, и будет как новенький. Ну, в общем, вот буквально так. Я уж не знаю, чего делать, я жене говорю, ну давай уже сами забор поставим за свой счет, если он там денег не хочет платить. Там такой пожилой китаец, который даже номер телефона не дает, он говорит, только по имейлу с ним можно общаться. Он говорит, я сам подойду, там досочки подобью, все будет хорошо. Но, в общем, этот вопрос еще нерешенный, хотя от этого тоже кое-что зависит. Дальше что? Дальше должна быть инспекция, которая примет работу, это называется mechanical, механическая инспекция, но там много чего есть. В частности, вот та работа, которую делает наш электрик Аркадий, вот с этими проводами, это тоже входит в эту же самую инспекцию. Поэтому, значит, пока некоторые вещи вот с инспекцией не разрешатся, да, самое главное, некоторая такая задержка возникает до тех пор, пока не придет инспектор и не примет трассу вот этого выхода, подключение к канализации, то есть выход из канализации, выход канализации нашей пристройки в городскую сеть. Конечно, первое дело, которое в голову приходит, это подключиться к тому, что уже в доме есть, вот же оно есть. Но дело в том, что не всегда получается. Значит, в нашем случае получается, что провести прямую линию, отдельную, не линию, прямое подключение в городскую сеть лучше, чем, допустим, попытка подключиться к тому, что уже в доме есть, а уже чтобы оно оттуда шло в городскую сеть, так как оно уже сейчас идет. То есть, как бы это решение вести прямой канал такой, оно не от балды, а просто оно как бы вынуждено. Это не то, что называется first choice, это не first choice, это, ну, просто деваться некуда. Вот, так вот, должен прийти городской инспектор, значит, посмотреть, что там все нормально, что можно вот так вести эту канализацию. И когда он вот это одобрит, придет экскаватор, все это отроет, проложит вот эти трубы, и тогда можно будет делать некоторую работу сверху, начинать там на грунте, ну и в самом помещении тоже. В общем, должны быть некоторые работы, некоторые инспекции и некоторые работы произведены, прежде чем стройка может снова, так сказать, вскочить на коня и понестись вперед. Поэтому у нас сейчас такая некоторая чисто внешняя, визуальная такая, как бы, задержка, как типа простой, да, ничего нового не строится. Хотя кое-что там происходит и внутри дома тоже, вот по части там выравнивания поверхности стен под будущий шитрак, я показывал в прошлом сюжете, и электрические работы тоже идут. В общем, такой латентный, как бы, период у нас, да, не проявившийся, но проявится, я вам обещаю. Вот такие у нас новости со стройки, которые я снимаю вне самой стройки, просто чтобы рассказать, что там происходит. Счастливо!